Так, ну все, получили костюмы, короче, пацаны. Вот такие вот костюмчики у них симпатичные. А ты что не надел? А я же не играю. И что, ну сфоткался бы? Так. Так, давайте передний ряд вот так вот. Кто-то прилег, кто-то присел, ну. Пацаны отыграли первую игру. Играли с брестской командой. Тоже дети Сугака. Первыми пропустили. Ну, там привоз был от защитника. Конечно, мяч не шел в ворота, было много моментов. Ну, кому интересно игру посмотреть, забегайте на канал Масики Плей. В закладочках эфиры, ну, там прямые эфиры я снимал. Там можно посмотреть эти игры будет, которые на этом турнире сегодня. Две, завтра будет две. Ну, кому интересно, не заставляем. Ну, потом сравняли и вроде как и хотели еще, пытались забить, мяч не зашел. Закончили 1-1, по одному очку расписали, короче, брестские. И кто у нас там еще? Волна, Пинск, будет Неман, две брестских команды и, по-моему, кто-то еще. Кто? Вот вылетел из головы. Ну, не суть дела. Ждем следующую игру. Я пока еду за Федором, возьму его, тоже пусть потусуется там с пацанами. Игры посмотрит, мячик попинает где-то у бровочки. Тоже будет, я думаю, ему интересно. Вот и Федор был на игре, да, сильно пить хочет. Бегал там, мячик играл, устал. Сейчас еще на свою тренировку поедешь. Ничего, домой сейчас приедем, попьешь, взбодришься, сил добавится. Ну, мальчишки из Гродно сыграли 0-0. Еще раз напоминаю, кому интересно, кто хочет посмотреть, заходим на Масики Плей, закладка эфиры. Там игры есть, по таймам разбитые. Сегодняшние две игры уже есть. Ну, завтра будет новый день, будут новые игры. Пока 2 очка. Ничего, игра, учеба. Потихонечку, по чуть-чуть. Поэтому сейчас Федьку переодеваем. Едем к нему на тренировку, да? Пацаны пошли погулять. Привычку вошло в лагере после игр. После тренировок ходят, гуляют, вместе тусуются. Ну, тоже правильно. Ну, там нет таких мелких, как ты, просто, Федь. Поэтому они между собой. Подрастешь, тоже будешь ходить, не переживай. Ладно, едем сейчас маму с Соней заберем, да, и пообедаем. Так, место встречи, где надо маму с Соней забрать. Мы уже подъехали. А вон и девчонки наши. Вон мама, вон Соня. Сейчас повернем и заберем их. Приятного аппетита, товарищи. Так, все. Витаминки. Рыбий жир, омега и магний, да? Я рыбий жир не буду. Так, Гош, помоги мне. Одной рукой снимаю, одной рукой наливаю компотик. Ярик моется. Потом тоже будет. Так, а у тебя нету? Да? Кого? Стакана. Тут софико. А тут смотрите, что у нас. Та-дам! Кактус и... Как, Соня? Гастрит. Гастрит. Короче, новые жители у нас. Этого будут звать гастритом. Ногти у меня такие, видите, красивые. Короче, приятного аппетита пупсикам. Ну, а вот моя новая любовь. Кактус. Этот у нас был. Этот вчера купили, а этот позавчера. Ну, и тут вот малюпасики. Короче, свечки тут были в этих горшочках такие с тремя фитилями. Когда они сгорели, горшочки остались. Ну что, просто так, что ли, стоять без дела? Применили. Так что вот красота. Теперь и свечки надо покупать, и кактусы потом. На улице погода прекрасная. Пора мыть окна. Но еще, конечно, прохладновато. Что-то такое летает, смотрите, и блестит. Хм, интересно. Переливается какая-то пыль. А, может, песок со стройки. И вот Федор Сергеевич валяется. Никак не заставлю одеться. Надо ему сегодня ехать кроссовки покупать. Сколько морщин на лбу. Ну что, вон и Федя дождался своей тренировки. Размялись, сейчас играют руками. Хоп, забирай. Еще один гол. Ну, а потом, наверное, ножками будут играть. Так, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Ну что, на три команды можно даже поделиться. Тренер, если что, поможет. А я не один у Федора.
Маманя, всем привет. Пришла тоже Федьку поддержать. Всем привет, у нас новый день. Второй день соревок. Погода, конечно, видите, какое небо. Тут главное, чтобы дождик не посыпал. Мальчишки вышли уже, вот разминаются на поле. Сейчас будет первая игра с спинском, с волной. Вон там на уголочке Ярик подтягивается. Ножки. Так, а где? А вот и Гоша подтягивается тоже вон там, в полуприседе. Ну что, классные костюмчики. Закончилась первая игра второго дня. Играли с волной пинской. Волна из Пинска. Что-то как-то игра не шла, не клеилась. Два тайма 0-0. Не поставили одно или два пенальти даже явных в нашу пользу. И на последней минуте игра рукой в штрафной у соперника. Поставили точку. Мы должны были на последней минуте пробивать пенальти, вырывать победу, выигрывать. Но удар пришелся в перекладину. Мяч в ворота не попал. И судьи свистнули финальный свисток. В итоге 0-0. Обидно немножко. Ну, как-то так. Не повезло. Ну, в итоге все ничьи. 4 игры, 4 ничьи, 4 очка. Такая небольшая награда. 5 у меня. 5 еще вам. Сок. Все, турнир закончился. Можно отдыхать. Так, пацаны после пиццы вон. На остановке уже с обеда. Пообедали. А тут у меня сзади еще тут сухпая им дали за субботу, за питание. Сейчас в раздевалке надо будет раздавать. И мармеладки, и печеньки. Чего только нету. И йогурты, и апельсины, и яблоки. Сейчас мы им побибикаем. Если они на тралик не опоздали, то они подъедут. Вот, смотрите. То ли мандарины, то ли апельсины. Пакет яблок. 2 пакета пирожков. Такой вот йогурт, 5 бутылок. Тут у нас там вот такие еще 2 упаковки мюсли. Вафли. Вот такие вафельки. Зефир. Шоколадки. Мармелад. Еще вон мандарины. И еще вон батончики шоколадные. Короче, тут еще есть и есть. Ну, в итоге 4 ничьи. Мальчишки заняли 3-е место. А мы приехали вон Федосу кроссовки покупать. Да, 3-е место с нами. Соня забрали ее со школы. Говорит, спасите, заберите. Какие-то репетиции. Вот такие вот финдусяндеры берем кроссы. Федь, иди покажи хоть народу, какие у тебя кроссы будут. Где ты? Где ты показываешь? О, видите, какие у него кроссы будут. Все, будешь рассекать по району, да? Отлично. И мама где-то пошла себе что-то выбирать. Короче, тут в магазине навечно застряли, наверное. Так, Федька попросил пельмешки. Он любит такие вареные пельмешки. Ну, а Соня попросила жареные себе. Но поверьте, это все не для Сони. Это для нее было бы много. Просто когда Гоша с Яриком, вон там он сидят, узнали, что Соня попросила жареные пельмени, сразу же прицепились ко мне, пожарим тоже. Сам люблю жареные пельмени. С самого детства. А еще с козырей зашли, говорят, в честь 3-го места жареные пельмени. Хитропопые какие, да? Ладно, этим пару минут. Ну, а этим тоже пару минут. Все, будет готово. Ну вот, короче, движуха. Мы не захотели ехать на стадион. Это сегодня игра в Бресте. Динамо Брест и Сморгонь. Похолодало, солнце село, стало холодно. Хотя дверь, видите, открыта. Проветриваем. Так вроде еще ничего. Но на улице находиться пока ветер у нас такой прохладный. Это в Бресте, Федор, на стадионе. Федь, ты че? Ку-ку! Гордейчук. Динамо Брест. Все. Сейчас гол будет. Yes!
здесь, ребята, видели? А что я сказал? Тупой гол, там не было? Эх, в боковую попали, а так похоже было на гол. Ну ладно, мы пошли смотреть. Ну что, ребят, кто болеет за Брестское Динамо, я поздравляю. Забили гол, 1-0, ведем. Сейчас это, повторчик. Сейчас повторчик будет. Да, красивый гол. Ну как красиво, ошибка в нападении обрезка, и все, и наши выскочили 3-1, да, и передача, и гол. Во, но это уже конец, как бы, все, конец атаки. Пяткой. Какой пяткой, на самом деле так оно себе, как говорится, всунь хоть что-нибудь, лишь бы счет на табло поменялся, ну, ничего, норм. Удар вообще не получился, но зато хоть в створ. Ну, хотя бы уже хорошо. А еще. Гала-гала. Так было и задумано, что перекинуть его. Да, 100%, да. А игрок уже...